Раз, два, три, четыре, пять. Вышел робот погулять. А, мы уже в эфире. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, любители физики, любители науки. Меня зовут Альберт Ефимов. Я вице-президент Сбербанка по исследованиям и инновациям. И я рад приветствовать такую впечатляющую сегодня аудиторию. У нас есть несколько хороших новостей. Первое, сегодня пятница. Второе, это то, что до Нового года осталось всего лишь 2 недели, даже чуть меньше. И третье, у нас сегодня в гостях Константин Сергеевич Новоселов, Нобелевский лауреат. В воздухе витает магия Нового года, новая материя. И мне кажется, когда мы говорим особенно про искусственный интеллект, нам нужно еще говорить в том числе об искусственной материи, которой занимается Константин Сергеевич Новоселов. Тем более он подарил вместе со своим соавтором Андреем Геймом миру графен. И за это получил Нобелевскую премию. Константин Сергеевич родом из Нижнего Тагила. И мне кажется, сейчас коллеги из нашего Уральского банка должны просто поприветствовать Константина Сергеевича, похлопать ему. Но закончил Константин Сергеевич МФТИ по специальности наноэлектроника. И в 1999 году уехал в Нидерланды, где в университете Нейма-Эгенма получил свою кандидатскую степень PhD. И затем продолжил работу над новыми материалами под руководством Андрея Гейма в университете Манчестера. В 2010 году совместно с Андреем Геймом Константин был удостоен Нобелевской премии за открытие графена. И, кстати, для меня это всегда открытый вопрос, было ли это открытие, либо изобретение. Сейчас Константин Сергеевич является заслуженным профессором в центре 2D материалов Национального университета Сингапура. В 2013 году Константин Сергеевич завершил свое образование как художник в Китае, и с тех пор у него, по сути дела, две карьеры – исследователя, ученого и художника, который занимается современной живописью, вдохновленный трудами такого философа, как Дуглас Хофштадтер. Кстати, один из моих любимых философов. Я надеюсь, что, может быть, у нас будет шанс поговорить с Константином Сергеевичем про искусство. Пожалуйста, коллеги, отложите в сторону ваши тетрадки, ручки, если вы готовились вдруг писать конспект. Это вам сегодня точно совершенно не понадобится. Но я хочу напомнить о том, что вы можете задать Константину любой вопрос на нашей платформе «Диалог». Пожалуйста, не стесняйтесь ставить лайки чужим вопросам, потому что, помните, если вы не ставите лайки чужим вопросам, то никто не будет ставить лайки вашим вопросам. Сегодня Константин будет говорить не только о графене, не столько о графене, сколько о новых материалах для будущего в целом. И это очень важный для нас вопрос. И я сейчас предоставляю слово Константину Сергеевичу, но перед этим хотел бы сказать, что у нас после лекции будет диалог с Германом Оскаровичем Грефом, президентом, председателем правления Сбера. И я думаю, что это будет не менее интересная часть всей нашей дискуссии. После того, как Герман Оскарович побеседует с Константином Сергеевичем, то у нас будет шанс ответить на ваши вопросы, которые к тому времени вы зададите на платформе. Итак, приветствуем всех Константина Сергеевича. Пожалуйста. Добрый день. Очень приятно сегодня выступать перед аудиторией Сбера, наверное, одна из самых технологичных компаний в России. Альберт, огромное спасибо за представление. Вы уже половину доклада рассказали, поэтому мне будет гораздо проще. И сегодня я хотел говорить про материалы будущего. Это область Material Science развивается сейчас очень бурно, и появляются очень интересные новые идеи. Но перед тем, как мы перейдем к будущему, давайте мы начнем, нам нужно откуда-то начать, давайте мы начнем с графена. То есть, графен, я думаю, что, наверное, многие, по крайней мере, слышали про этот материал. Очень удобная точка для отправления, хотя мы и работаем с ним уже более 10 лет. Он все еще продолжает преподносить нам сюрпризы и по технологиям, и по физике. Хотя сам по себе это очень простой материал. Это двумерный материал, толщиной ровно один атом, только углерод. Углерод очень простой атом сам по себе, очень легкий. Соответственно, казалось бы,
ничего в нем такого нет специального. Почему же его мы уже изучаем его больше 10 лет, и конца интересным эффектом, который мы там наблюдаем, им не видно. Но первое, что очень необычно в графене, это то, что он в принципе существует. Когда мы начали с ним работать, единственное, что я знал точно, что графен получить абсолютно невозможно. Вся наша, весь наш опыт по нанотехнологиям, физике говорил нам, что материал с толщиной 1 атом получить не может никто, это будет абсолютно нереально. Мы с ним работаем, весь мир с ним работает, и в принципе это, наверное, самое необычное свойство графена, то, что он в принципе существует. Второе, это он очень сильно обогатил наше понимание физики. Я сегодня не буду говорить про физику вообще, я собирался не говорить про физику вообще, но не могу удержаться. Все-таки это, наверное, одно из основных интересных вещей про графен. Я один слайд буквально покажу про физику. Если мы через этот слайд переберемся, значит, все остальное будет нормально. Значит, в принципе, как мы думали о материалах в прошлом. То есть, как правило, мы подходили к ним с точки зрения их свойств. Твердый, прозрачный, мягкий, черный, с каким-то цветом. В какой-то момент мы поняли, что гораздо проще, гораздо удобнее и надежнее, и дает нам больше информации, это классификация материалов с точки зрения зонной структуры. Я, опять же, не буду вникать в детали, но, в принципе, мы говорим, это изолятор, это полупроводник, это металл, это полуметалл, и все эти характеристики, это характеристики зонной структуры. Это, значит, это началось, наверное, где-нибудь в начале 20 века, и до сих пор мы этим пользуемся очень, очень успешно. Графен дал толчок абсолютно новому виду характеристики материалов. Мы теперь их пытаемся характеризовать с точки зрения их топологических свойств, как устроена их электронная структура с точки зрения топологии. Это, в принципе, новый подход, он развивается буквально в последние там 5, даже, наверное, меньше лет, и я думаю, что он приживется, и где-нибудь лет через 20-30 студенты будут учить физику именно так, это все начинается вот прямо сейчас на наших глазах, и одной из отправной точек для этого стал графен. Буквально на одном слайде я попробую объяснить, что ж такое, как нам понимать, в чем отличие традиционного описания материалов и их топологического описания. Вот представьте, что вы едете по МКАДу, и вам нужно попасть в Кремль. Самое простое – это включить навигатор, и очень, очень быстро он вам объяснит, поверните направо через 200 метров, поверните налево, и в какой-то момент вы доедете до Кремля. Сегодня пятница, наверное, это займет чуть-чуть подольше, но в результате доедет. Что можно сделать с другой стороны? Можно заметить, что Москва имеет радиально-кольцевую структуру, и тогда выработать очень простое правило. Вы всегда с кольца сворачиваете направо, с радиальной всегда сворачиваете налево.
Если дальше вам абсолютно не нужно знать вообще ничего про улицы Москвы, вы всегда доберетесь до Кремля. Это и здесь вы используете определенные топологические свойства карты Москвы. Такой трюк уже не сработает в Нью-Йорке. Если вы им воспользуетесь, вы будете кататься по диагонали, скажем, и Централ Парк обязательно пропустите. Тут то же самое в Барселоне, у них другая топология, но там можно какую-то другой трюк использовать. Для Бразилии, какая топология у самолетов, я в принципе не знаю. Но я думаю, что эти картинки, они наглядно показывают, как вы, зная только топологию, абсолютно не зная ничего про улицы, можете уже что-то сказать про город. То же самое мы сейчас делаем с материалами, основываясь на очень-очень общих свойствах их электронной структуры, мы можем дойти до их свойств. Это то, что произошло с графеном, и свойства у графена оказались в самом деле очень интересные, очень необычные, кроме того, что он существует, и в нем мы находим новую физику, он еще оказался очень прочным, очень проводящим, очень теплопроводящим, прозрачным, гибким и так далее. В принципе, даже одного из этих свойств было бы достаточно, чтобы такое вещество, это такой материал использовался в приложениях. У нас тут целая сборная солянка таких уникальных свойств, собрана в одном материале. И это причина, почему этот материал стал использоваться, или по крайней мере мы пытаемся его использовать для очень разных применений. Сенсоры, композитные материалы, гибкая электроника, оптоэлектроника и тому подобное. То есть, в принципе, очень интересный материал с точки зрения физики, и еще дает возможности для огромного количества применений. При этом, хотя мы, те, кто занимается физикой графена, а сейчас таких людей очень много, это, наверное, самое популярное направление в науке в данный момент, мы-то думали, что это очень, очень необычный, очень специфичный материал, а когда дело дошло до приложений, то оказалось, что он очень четко повторяет шаги материалов, каких-то advanced materials до него. Абсолютно все такие материалы, углеродные нанотрубки, углеродные волокна. Первое, где они применяются, это композитные материалы, как правило, в каких-то спортивных снарядах, там, где люди могут платить двойную цену за 10% улучшение свойств. То же самое абсолютно произошло и с графеном. Это для меня это какой-то знак, что выполняются, оказывается, не только физические законы, но и законы экономики тоже. То есть мы видим повторяющийся паттерн для всех новых материалов. Какое-то время назад, ну вот здесь видите теннисную ракетку, какое-то время назад мы работали с Ричардом Миллом и Маклареном, сделали самые легкие часы в мире, 32 грамма, к сожалению, они же и самые дорогие, 1 миллион. Уж точно самые дорогие на грамм, 1 миллион швейцарских франков за 32 грамма. Мы работали с маленькой автомобильной компанией под Ливерпулем. Они делают самые быстрые автомобили. Опять же, здесь графен использовался для композитов, и причина, почему он там использовался, был даже не вес и не прочность, а то, что теплопроводность графена, которая позволяет значительно ускорить процесс создания
композитных деталей для, для таких автомобилей. Ну и после этого, в принципе, области применения стали стремительно расширяться. Для графена сейчас практически каждая модель Форда использует графен под капотом, при этом, опять же, применение, причина, оно очень, очень необычно, используются шумоподавляющие свойства графена. Опять же, задним умом можно было бы догадаться, но это заняло какое-то время для инженеров Форда, чтобы, чтобы эти свойства найти. Замечательная компания, стартап из Канады, молодые ребята сделали наушники на основе графена. Что вам нужно для наушников, чтобы у вас мембрана была легкая и упругая, прочная, и это все графен. Они разработали уникальную технологию для получения мембраны из графена. Теплопроводящие свойства одни из самых лучших, или в принципе, наверное, самое лучшее у этого материала, поэтому Huawei использует графен во всех своих топовых моделях. Единственная причина, почему он не использует этого везде, это просто мы не можем в данный момент, мы как, в принципе, все сообщество, произвести достаточное количество графена, чтобы удовлетворить спрос. Ну и далее все это идет в сторону электроники. Emberion — это бывший Philips UK, они создают камеры для абсолютно любых длин волн, для autonomous vehicles и тому подобное на основе графена и квантовых точек. То есть, в принципе, сейчас области применения графена очень, очень разнообразные. Там огромное количество этого материала употребляется в мире. То есть я, в принципе, за этим уже перестал следить. Иногда из газет узнаешь что-то новое. В принципе, нам, конечно, было бы всегда интересно, чтобы такой материал, который, ну, вообще говоря, уникальный, у него уникальное свойство, и причем уникальная комбинация свойств, он не просто бы заменял какие-то существующие материалы в существующих приложениях, а на самом деле бы создавал какие-нибудь новые приложения, которые были абсолютно невозможны до него. Ну вот один из примеров — это регулируемые контактные линзы. Вы берете контактную линзу, покрываете графеном, сверху кладете еще одну, заливаете пространство жидким кристаллом, и вы, в принципе, можете менять коэффициент преломления такой линзы, просто отдавая напряжение на графен. Соответственно, вам нужна только одна пара линз для абсолютно всех, для всех случаев жизни. Здесь вам необходим материал, который будет прозрачный, проводящий, при этом гибкий, инертный, и это все графен, никакой другой материал такую работу сделать не сможет. Другое большое направление, опять же необычно, это мембраны. В принципе, графен — это огромная однослойная мембрана, которая при этом абсолютно не пропускает никакие атомы, никакие молекулы, но при этом мы можем его промодифицировать так, что он позволит фильтровать, скажем, воду или какие-то ионы. И это то, что сейчас используется и для очистки воды, и для как протонные мембраны в батарейках и других устройствах. Люди пытаются использовать это для секвенирования ДНК как способ доставки лекарств, ну, и тому подобное. То есть, в принципе, от физики мы
довольно-таки быстро перешли к технологиям, и здесь область исследований, она очень резко увеличилась, и сейчас такие исследования идут абсолютно на всех уровнях, и очень близко к применениям, и на фундаментальном уровне. При этом до какого-то момента, вообще говоря, было непонятно, сможем ли мы производить графен в достаточных количествах. Поскольку, когда мы начинали нашу работу, мы сделали наш первый графен, просто отщепляя тонкие чешуйки от графита. И графит – это материал, который вы найдете в простых карандашах. И, честно, мы все еще этим способом пользуемся у себя в лаборатории, хотя сейчас есть огромное количество других способов, как производить графен, в зависимости от цены, которую вы готовы платить, и качества, которое вам необходимо. Есть, скажем, можно вырастить огромные площади графена из абсолютно любого углерод содержащего газа или жидкости. Просто чтобы это продемонстрировать, то есть нам нужно было вырастить графен, допированный железом. Мы просто взяли кровь, засунули это в печку, 1200 градусов, близко к плавлению меди, и вырастили графен, однослойный графен, допированный железом. При этом не волнуйтесь, никаких тут студентов не пострадало, пальцы мои, кровь моя, поэтому все нормально. И существует очень много других способов, как производить этот материал, в зависимости от применений, скажем, для печатной электроники или для энергетики подходит жидкофазное рассвоение, там, для целей стандартизации используют карбид кремния и тому подобное. То есть сейчас мы можем производить графен для любых приложений и, в принципе, в любых количествах. Но другое очень важное свойство графена – это то, что он оказался первым, но не единственным двумерным материалом. То есть, в принципе, вы можете сказать, что вот если вы выделяете, используете липкую ленту на простом карандаше, вы получите графен. Что получится, если вы тот же самый трюк примените к другим карандашам? Ответ такой, что вы можете получить другие однослойные материалы. И это действительно было сделано очень быстро после получения графена. И сейчас, что у нас есть, это не один графен, а мы говорим о целом классе материалов. Все они толщиной 1 атом, но при этом существуют совершенно разные материалы. Они могут быть полупроводниками, они могут быть изоляторами, ферромагнетиками, могут быть сверхпроводниками и тому подобное. И в принципе изучение свойств этих материалов – это очень увлекательное занятие. Физику в двумерии, она сильно отличается от физики в трехмерии, например. Но, кроме этого, иметь такой набор, такой класс материалов – это дало толчок дальнейшему развитию материаловедения в принципе. И перед тем, как мы подойдем к второй части доклада, давайте я вам расскажу маленькую историю. Кроме всего прочего, чем я занимаюсь, я потратил 3 года жизни на то, чтобы разработать и построить институт графена в Манчестере. Если у вас будет шанс строить здание, никогда этого не делать, то есть это
очень, очень много работы, но, в принципе, увлекательно. Одно из вещей, что пришлось сделать, это археологические раскопки на месте строительства, но это, разумеется, обязательная часть. Все этим занимаются. Манчестером, к сожалению или к счастью, можно иногда наткнуться на римские руины. Нам повезло, мы не наткнулись, нам были самые простые, называется, террас-хаусес со времен индустриальной революции, но при этом мы также наткнулись на развалины, на фундамент довольно-таки большого здания, который был определен как Albert Clubhouse. Он, в принципе, был бы абсолютно ничем не примечательным, но оказалось, что вот этот вот джентльмен, он был членом этого клуба. Я думаю, что старшее поколение узнает, это Фридрих Энгельс. То есть так получилось, что Энгельс писал свою работу об условиях жизни рабочего класса в Британии ровно под моим офисом в институте Графема. Разумеется, то есть нас это заинтересовало, мы даже какие-то детали из развалин перенесли в современное здание, в наш институт. Кроме того, абсолютно все здания на кампусе университета Манчестера названы в честь знаменитых жителей Манчестера. Есть там Радерфорд, есть Тьюринг Билдинг, есть Рокфорд Билдинг и так далее. Разумеется, первое, что мне пришло в голову, что нам бы нужно назвать наше здание Энгельс Билдинг. К сожалению, нас в то время очень плотно контролировали люди из истории, которые не очень хорошо относятся к коммунистам. Осборн подошел ко мне и сказал, что Костя, мы тебе даем деньги на research, а не на то, чтобы ты свое коммунистическое прошлое исследовал. Ну и, соответственно, так здание и наше осталось без названия. Но при этом, что мы говорим, что было бы абсолютно неправильно, чтобы в институте графена мы изучали графен. Так же, как и коммунистический манифест, у него не должен быть один автор, мы изучаем, кроме графена, много еще чего. И это, в принципе, дает нам очень важную, очень интересную возможность. Потому что если вы смотрите вокруг, у нас наш мир, он основан буквально на нескольких материалах. Вся электроника – это кремний, все наши здания основаны на стальных каркасах, вся авиация – это алюминий, немножко титана. При этом то, что у нас выбор материалов очень мал, но это нам ограничивает и наши возможности тоже. Если инженер хочет сделать какое-то новое устройство, первое, что он смотрит, это а что мне может дать кремний, и на основе этих данных делает устройство. Что было бы идеально, чтобы ситуация была с точностью до наоборот, придумать какое-то устройство, а потом подобрать материал под это устройство. И это, в принципе, возможно, поскольку мы можем делать композитные материалы, гетероструктуры. Такие материалы есть, но их применение очень-очень-очень ограничено. Идеально, конечно же, под каждое новое применение, под каждое новое устройство, под каждый новый транзистор было бы здорово вырастить абсолютно новый материал, там идеально
с точностью до атома или хотя бы с точностью до слоя, и тогда мы можем запрограммировать функциональность этого материала. Можно сказать, что пускай у меня верхний слой материала будет сенсором, там, следующий собирает энергию, дает нам энергию, транзисторы, логика и так далее. В принципе, что у нас есть в данный момент, это огромный набор двумерных материалов. Я прихожу на работу, и передо мной на столе лежат вот эти вот однослойные материалы. Они все толщиной один атом, но они все разные по своим свойствам. По проводники, металлы, изоляторы и тому подобное. Что я могу делать, это я могу теперь взять один слой одного материала, другой слой другого материала, положить их друг на друга и, в принципе, собрать такой материал, которого в природе не существует, но мы его можем сделать искусственно, причем с атомарной точностью. И это ровно то, чем мы сейчас занимаемся, то есть это мы делаем искусственные материалы с заданными свойствами, то есть мы программируем свойства заранее. Очень много устройств уже было построено, и новые типы транзисторов, новые типы солнечных батареек, новые светодиоды устроены на этом принципе. И это все по причине того, что двумерных материалов очень-очень много, и в природе мы можем синтезировать новые, то диапазоны свойств таких гетероструктур, таких искусственных материалов, они тоже огромные, там, скажем, для фотодетекторов мы можем покрыть видимый диапазон полностью, либо еще подстроить каким-то образом, мы можем сделать квантовые точки, которые являются источниками одиночных фотонов, и это очень важно, например, для квантовой телекоммуникации. Это вот то, что сейчас очень активно развивается. Мы делаем искусственные материалы с заданными свойствами, с точностью один слой, и при этом пытаемся применять их для различных приложений. Но вот одно из таких — это телекоммуникация. Сейчас очень популярна кремниевая фотоника, поскольку вся телекоммуникация разумеется через оптические файберы, через оптоволокно. При этом, разумеется, вся электроника у вас в компьютере, она на электронах. Каждый раз переводить из оптики в электронику очень сложно. Люди пытаются сделать как можно больше signal processing на оптических элементах. И это то, где графен активно помогает, то есть эта работа в основном развивается в Эриксоне и Аймеке, и что очень приятно, что другие материалы, они тоже начинают использоваться. Одна из проблем для кремниевой фотоники — это то, что у нас нет источников света, существуют двумерные материалы, которые светят ровно в том диапазоне, где нужно, поэтому это очень, очень привлекательные системы для телекоммуникаций. Ну и чтобы я хотел, наверное, в последние 5 минут, есть еще 5 минут, правильно? Хорошо. В последние 5 минут вам рассказать, это куда сейчас движется материаловедение, и что мы пытаемся сделать прямо сейчас. То есть вот эти вот материалы, искусственные материалы, материалы по заказу, дизайн материалов, они это то, чем мы занимались последние там 7-5 лет.
активная область деятельности, но, разумеется, мы пытаемся идти вперед. И следующее направление, то, что будет развиваться там, следующие 10 лет, это функциональный материал. Давайте я вам попытаюсь объяснить, а зачем нам нужны функциональные материалы и что это такое. Опять же, апеллируя к старшему поколению, я вам напомню, чего мы ожидали в 91-м году, от 2029 года. Мы ждали, что наши роботы будут гибкими, будут пластичными, сделанными из жидких металлов, они могут менять цвет, менять форму. То, что мы имеем сейчас, это вот те роботы, с которыми мы сталкиваемся в 2020. В принципе, у нас, разумеется, есть еще 9 лет, чтобы до вот таких роботов из жидких материалов, из жидкого металла добраться, но, если честно, я думаю, что если мы просто будем напрямую в лоб развивать те технологии, что у нас есть сейчас, то мы никогда до такого не доберемся. Вся проблема, что это тип функциональности, тип технологий, что мы используем сейчас, это так называемую топ-даун, сверху вниз, нисходящая функциональность. Когда у вас отдельные индивидуальные части вашей системы абсолютно нефункциональны. То есть какой угодно сложности индивидуальной части, у вас эти части, они никакой функциональности не несут. Функциональность проявляется только, когда вы соедините эти части вместе, и они вдруг начнут что-то делать, что-то производить. То есть функциональность появляется только на самом верхнем уровне, на уровне системы. И это правда и для часовых технологий, и для роботов, и для электроники, и абсолютно для всего. И проблема с этим то, что наши системы получаются неадаптивными, они подвержены сбоям, там необходим постоянный контроль и тому подобное. Что мы видим, например, в природе? В природе функциональность, она распределена непрерывно, абсолютно по всем масштабам. Вот, начиная от индивидуальных протеинов, они могут менять свою конформацию, менять свойства до свойств мембран клеточных. На клеточном уровне есть какая-то своя функциональность, уровень органов, уровень полного тела, и такая функциональность дает возможность системам в природе быть очень адаптивными, быть универсальными, у них есть способность к самовосстановлению, они очень часто получаются энергоэффективными и так далее. И этот вопрос, который мы пытаемся решить сейчас для нас, это можем ли мы сделать такую функциональность на уровне отдельных материалов. Таким образом, когда вы собираете полное устройство, у вас часть функциональности смещена на уровень материалов, и, соответственно, она уже просто встроена прямо в формацию вашего устройства. Соответственно, они становятся более эффективными. Значит, мы называем такие материалы функциональные умные материалы, functional intelligent materials, функциональные, потому что мы можем их запрограммировать на любую сложную реакцию на внешние воздействия, а умные, они у нас обладают памятью, могут научиться выполнять определенную функцию и так далее. Ну вот самое простое это показать на примере. Вот мы можем взять, представьте, что мы сделали мембрану из графена, но мы заложили туда еще полиэлектролиты, полимеры. Диаметр пор выбран так, что
такая мембрана может фильтровать воду, а потом кто-то плеснул, скажем, в источник воды кислоту, но наша мембрана может почувствовать присутствие протонов и изменить конформацию полиэлектролитов, закрыть эти поры и таким образом перекрыть поток воды. Это ровно то, что мы сейчас делаем. Это работа, которая в университете Сингапура ведет Дарья Андреева, которая у нас буквально пару недель назад была опубликована первая статья. Другой пример – это работа моего коллеги Ги Базан. Это композит между живыми бактериями и проводящими полимерами или графеном. И здесь бактерии выделяют в результате метаболизма, они производят электроны, которые мы можем использовать как источники энергии, но сами по себе эти бактерии, они в принципе живут, они развиваются под воздействием эволюционного давления, поэтому такие материалы, они вообще говоря, эволюционирует вместе с бактериями. И такие вещи мы можем делать для очень-очень разных применений, от электроники до энергетики, до биотехнологии. Проблема в том, что сейчас это все делается на коленке, потому что у нас нет даже специальной научной методологии для разработки таких материалов, они должны быть неравновесными, то есть гибкими, и это то, чего современная наука достичь не может, и это то, что мы пытаемся разработать сейчас, это новую методологию для описания динамических неравновесных свойств материалов и методологию, как развивать такие материалы, как производить материала с заданной функциональностью. Я понимаю, что, наверное, времени уже да, подходит. Я хотел, да. Невероятно интересно, да. То есть я, наверное, пропущу несколько слайдов. Просто одно из вещей, которое я хотел сказать, это то, что чтобы создать такие материалы нам современной физики, к сожалению, недостаточно, поэтому мы применяем машинное обучение, как то дифференцируемое программирование системы, которая позволяет определять память, наличие памяти в системе, системы машинного обучения, которые могут решать обратную задачу. И в принципе, это очень новые подходы и для материаловедения, да и в принципе для машинного обучения. В частности, мы думаем, как нам применять то, что мы можем обнаруживать системы с памятью, скажем, для отслеживания fake news и для отслеживания fake companies на stock market. В принципе, системы очень похожи, это одно из направлений деятельности для наших ребят, кто работает над машинным обучением. Ну и плюс ко всему мы также развиваем новую робототехнику для создания искусственных материалов. Спасибо. Давайте, я закончу сейчас здесь. И мы перейдем к вопросам. Спасибо большое. Давайте поаплодируем все вместе Константину Сергеевичу. Мне кажется, наши дата-сайентисты, инженеры внимательно слушали последнюю часть и уже намотали себе на ус то, что нужно сделать. С нами сейчас Герман Оскарович ГФ. Я хотел спросить его, Герман Оскарович, что вы думаете о лекции Константина Сергеевича и, может быть, у вас возникли вопросы. Герман Оскарович, пожалуйста. Константин Сергеевич, добрый день. Добрый день. Огромное спасибо за ваше время.
Вы знаете, я по поводу лекции думаю только одно, что, к сожалению, очень мало времени, и мы прервались на самом интересном моменте. Вот как бы только-только, знаете, как в театре. Входишь в действие, начиная со второго акта. Вот здесь то же самое. И, конечно, критически важно, может быть, нам продолжить общение. Сбер сегодня корпорация, которая занимается инновациями и много вкладывает в исследования и в образование. И одно из таких направлений – это научпоп и все, что связано с наукой. Потому что мне кажется, что критически важно нам сейчас вернуть молодежи вкус к науке, к обучению, к образованию, к науке. И, в общем, в нашей стране тогда, по большому счету, в перспективе будет все в порядке. И, как мне кажется, такое общение с такими людьми, вы абсолютно неординарный человек, абсолютно знаковый человек для России. Я знаю, как вами гордятся ваши альма-матер. Не раз мы очень много сотрудничаем с МФТИ, и знаю, как загораются глаза всех аламнис, у всех студентов, у Николая Николаевича Кудрявцева. И это, конечно, очень здорово, что у нас в стране есть такие бенчмарки, такие люди, которые могут послужить примером. Плюс вы, наверное, один из самых молодых нобелевских лауреатов за всю историю. Я вспомнил, посмотрел на ваш возраст, вспомнил вот эту знаменитую фразу академика Капицы, когда ему вручали Нобелевскую премию. Он был человек с совершенно удивительным чувством юмора. Он сказал, что он уже забыл, за что ему ее вручают, потому что с момента открытия прошло столько времени. И так было в основном со всеми остальными учеными, но вот с вами, к счастью, ситуация другая. И для нас, конечно, это большое удовольствие и большая честь пообщаться с вами. Я вот спросил сейчас ребят, у нас в режиме онлайн более 4000 сотрудников наблюдают эфир, и я думаю, что огромное количество людей еще его посмотрит. Но я, если можно, мы так попытались собрать вопросы, я отсортировал их и задам несколько вопросов, которые наиболее часто встречающиеся. Вы совершенно неординарная личность, я, может быть, начну с этой группы вопросов. Вы физик, вы философ, вы художник, вы деятель искусства. Вот скажите, что для вас, что вот в этой вот триаде? И как вы аллоцируете свое время на каждое из этих занятий, потому что каждое из них, оно величиной в жизнь? Во-первых, я бы хотел поблагодарить вас, Герман Оскарович, за то, что вы проявляете такой интерес к образованию. Я, на самом деле, много работаю с физтехом, у нас есть и совместные кафедры, и совместные студенты. Разумеется, самое важное, то, что мы просто работаем с ребятами на физтехе в одних лабораториях, и работа там, на самом деле, кипит, и вы абсолютно правы, что самое главное здесь поддерживать энтузиазм у молодых ребят, а это, в самом деле, на физтехе есть, и я знаю, что с вашей помощью очень много делается на физтехе. Огромное спасибо. Но это, в принципе, спасибо от всего образования, а не только от физтеха. А на самом деле, по поводу вашего вопроса, мне кажется, здесь нет никакого дуализма. Здесь вам не приходится выбирать, что какое-то время мне нужно делать искусство, какое-то время мне нужно заниматься наукой. Меня очень коробит, когда люди говорят, что а не хочешь показать свои работы на выставке которая связывает современное искусство и наука, потом приносишь что-нибудь туда, они говорят, ну а где же здесь наука? Понимаете,
хорошие идеи, они приходят так редко, что пытаться как-то еще для них выделить время и пытаться ограничить себя хотя бы какой-нибудь областью, как то, что я рисую только на тему науки, или я думаю только в науке, только на тему материалов, это было бы абсолютно неправильно. То есть нам нужно расширять область интересов, поскольку и деятельности, поскольку в каком направлении думает наш мозг, это, вообще говоря, не всегда полностью контролируемо нами самими. Поэтому здесь я вот, это один из способов, который я выбрал для себя. Мозг у меня контролирует свою работу сам. Если мне захотелось встать, у меня это одна из причин, почему я рисую в китайском стиле. Это очень, очень быстрый стиль. У вас либо получилось за 5 минут, либо не получилось. Чаще всего не получается. Я могу встать, подойти к столу, что-то нарисовать и при этом обратно вернуться к компьютеру или в лабораторию и продолжить свою работу. То есть у меня это не или-или, а это некий процесс, который и непрерывный, и при этом неразрывный. То есть никакую часть из него, наверное, нельзя выделить или вычленить. Большое спасибо. Я согласен абсолютно с тем, что вы сказали. Вот сейчас мы тоже много пытаемся работать над исследованием механизмов работы мозга. Это важно и с точки зрения исследования искусственного интеллекта, и с точки зрения понятия поведенческих мотивов и принятия решений людьми. И вот теория дефолта головного мозга, она, открытие теории дефолта головного мозга вообще очень много объясняет. И то, о чем вы говорите, это очень сильно созвучно с тем, куда мы движемся. Потому что действительно, в момент, когда нам кажется, что мы ничем не занимаемся или занимаемся чем-то отвлеченным, как раз происходит самая важная работа в головном мозге и происходит как раз вот это вот совершенно неведомое взаимодействие различных его участков, когда мы вдруг приходим к совершенно парадоксальному решению. Спасибо за ваш комментарий. И если можно, еще один вопрос. Вот вы живете сейчас в Сингапуре. Я очень люблю Сингапур. Тоже много лет знаком был с основателем Ли Куан Ю. Он много раз приезжал к нам в гости сюда и был у нас почетным членом Московской школы управления Сколково, руководил нашими проектами. Он потрясающий человек, построил потрясающую страну. И страна действительно удивительная, сочетающая в себе и Восток, и Запад. Вот я хотел бы задать вам вопрос, который встречается тоже часто у ребят. Что для вас Китай, что для вас китайская философская традиция и восточная философская традиция? И с точки зрения вот такого вдохновения в творчестве, в том, что вы делаете. И какое из направлений вам близко? Ну вот здесь, вы знаете, я бы обратно бы пошел к дефолту головного мозга, поскольку это как раз то, что присутствует в Китае, они и, по крайней мере, в культурной традиции, они пытаются нащупать вот этот момент, мы его можем назвать моментом просветления для художников. Это момент инспирации, вдохновения, для ученых это момент открытия. У него очень много названий, но при этом что это такое, как его контролировать, откуда это берется, никто не знает. По крайней мере, китайские художники признали наличие такого момента довольно-таки давно,
И у меня есть учитель в Китае, мой хороший друг. И, конечно, большую часть времени он учил меня именно этому, хотя я этого и не понимал. То есть водить кисточкой и проводить линии, этому научиться можно. А вот как подсоединить мозг напрямую к этой кисточке, это очень сложно. И здесь вы абсолютно правы, в какой момент наш мозг совершает открытие, мы никогда не знаем. Очень часто случается, что откладываешь какую-то научную работу просто на неделю, а решение потом приходит само во сне. И, к сожалению, контролировать это мы пока не можем, но что есть в китайской традиции, это по крайней мере попытка такого контроля и по крайней мере осознание, что такой контроль, если невозможен, то хотя бы можно попытаться это сделать. И, в принципе, это одно из направлений, которое я, к сожалению, не успел рассказать, то, что мы пытаемся сделать с нашими функциональными интеллектуальными материалами. Мы пытаемся заставить их проходить по какому-то пути. Это очень, наверное, рано называть это сознанием, но хотя бы пути трансформации застревать в каких-то состояниях, пускай не мыслить, но хотя бы помнить и принимать решения. То есть это, в принципе, это будет. То есть мы думаем, что мы знаем, либо понимаем какие-то, либо догадываемся о простейших физических принципах, что заставляет сложную систему, как мозг или как протеин, или как наши материалы принимать решения, и мы пытаемся это применить для конкретных материалов. Спасибо большое. Спасибо за ваш ответ. И вот, если можно, тема, которая волнует всех, и вот вы много лет провели за рубежом, в разных странах, работали, и теперь, если сделать такую обратную реконструкцию в России, ну, вот вашу альма-матер, каким вы видите образование 21 века? И вот все-таки мы все выпускники советской школы, хотим мы того или не хотим, она была потрясающий, наверное, в определенный момент времени, но ничто не бывает вечным, и сейчас она, конечно, должна серьезно трансформироваться. Вот каким вы видите образование 21 века, науку 21 века, и как, что, на ваш взгляд, должно быть перестроено, в том числе вот в таких прекрасных вузах, наших школах, можно их назвать, наверное, так, как там МФТИ, МИФИ, Петербургский, Московский университет и так далее? Ну, это, как вы понимаете, это даже не вопрос на отдельную лекцию, это вопрос на отдельную жизнь, как в принципе строить образование. Это очень сложный вопрос. То есть мы наверное, сможем только наметить какие-то контуры. То есть, в принципе, мне кажется, что очень неправильный подход, который существует, или, может быть, настроение, которое существует сейчас у молодежи. Я не прав, но то, что огромное количество информации, которая нам никогда не понадобится. Мы никогда не знаем, какая информация нужна для принятия того или иного решения, поскольку очень многие решения, они принимаются либо наполовину осознанно, либо в принципе неосознанно. Поэтому информации и навыков, наверное, навыков более правильно, это ее много не бывает, поэтому я бы очень хотел, чтобы хорошее фундаментальное образование, оно оставалось. Но при этом
понятно, что существуют вызовы времени, поэтому, наверное, упаковать эту информацию и эти навыки, их нужно упаковывать как-то по-другому. То есть что, например, я имею в виду, и это то, что мы сейчас пытаемся делать. Я являюсь главой НАП-совета нового университета в Швейцарии, и это то, что мы пытаемся сделать, как мы пытаемся переделать образование там. То есть абсолютно необходима математика, абсолютно необходима физика, но мы, в принципе, можем их смешать, сделать новое направление, например, квантовый компьютер. Там необходимо и то, и то. Это смесь. То есть сделать новый базис и в котором векторы будут не математика, физика, биология, а скажем, наука о материалах, квантовые вычисления и генетика. В принципе, набор знаний останется тот же самым, но упаковывая их другим способом, мы можем значительно увеличить эффективность применения таких знаний. Кроме того, знания – это только половина, может быть, даже меньше, чем половина залога успеха для любого выпускника вуза. Основное – это, конечно же, насколько человек активный и насколько он мотивирован и сам хочет чем-то заниматься и себя развивать. И вот такая переупаковка знаний, которая даст человеку и глубину, и при этом мотивацию, мне кажется, что она была бы очень полезна. И это, в принципе, то, что и на физтехе сейчас происходит. Школы смешиваются, школы меняются, люди оставляют за собой хорошее фундаментальное образование, но при этом переупаковывает их для решения новых задач. Да, мы сейчас много это обсуждаем, в том числе, да, и то, о чем вы сказали, междисциплинарность, переход значительно более практическим кейсам, да, применение все-таки знаний в практических кейсах, связка их тоже критически важна для мозга, чтобы эти знания не улетучивались, чтобы они все-таки как-то оставались в активе. И попытка связать даже зачастую очень сложно связываемые вещи. Вот, то, чем вы занимаетесь, кстати, это потрясающая вещь, потому что как раз связь естественно-научных и мягких навыков и таких вещей, как искусство, это классический такой микс, который, как правило, дает очень хороший результат во всех областях. Я часто привожу пример STEM в Америке, который не полетел, и как только туда добавили букву А, арт, стали появляться совершенно другие результаты. И ребят стали показывать учащиеся школу потрясающие результаты, причем по всему спектру. И в науке, и в математике, и в инженерии, и в искусстве. Это, мне кажется, что это очень, очень важно, то, что вы сказали. Вот дисциплинарность, междисциплинарность такая. И, конечно, большой вопрос, как замотивировать людей, как создать вот это то, над чем мы сейчас много думаем, как вот этот вот вкус науки, как это, как говорят сейчас ребята, как сделать науку фаном, да, как сделать обучение фаном, чтобы они чувствовали, что это потрясающе интересно. Действительно, это совершенно новый мир, и это потрясающе интересно. Но я, Константин Сергеевич, я хотел бы вам сказать огромное спасибо. Вот меня тут подпирают по времени. Я думаю, что с вашего позволения мы выйдем на вас, может быть, подумаем вместе, что мы могли бы сделать с точки зрения создания вот такого, может быть, какого-то цикла
очень интересных передач, которые бы мы в первую очередь адресовали, конечно, ну, всем желающим, всей аудитории, но в первую очередь, наверное, конечно же, и школьникам, и студентам, и молодым ребятам, которые начинают, которые не всегда уверены в себе, стартаперы. Вот мы сейчас начинаем новый набор. Мы создали с одним из крупнейших мировых акселераторов из Силиконовой долины Startups 500, совместный акселератор, и вот мы уже начинаем в него, по-моему, третий или четвертый набор, как раз сейчас объявили, молодых ребят, и мы стараемся всячески создавать все условия, передавать им опыт, собственный опыт, в первую очередь, наверное, неудач, и привозим всяких интересных людей из разных стран, из Силиконовой долины, чтобы их зарядить, чтобы придать им чувство уверенности, если они потерпели провал, чтобы ни в коем случае не думали, что на этом жизнь заканчивается, с этого жизнь начинается. И мы все в своей жизни очень много провалов потерпели в том числе. И мне кажется, что вот такая наша задача – поддержать ребят, заинтересовать их и поддержать, дать им уверенность в себе, провести грань между уверенностью в себе и самоуверенностью. И вот это, как мне кажется, очень, очень важная миссия. И вот эта миссия невыполнима без включения таких людей, как вы. И будет здорово, если такие люди, как вы, станут реальными героями нашего времени для молодежи. Потому что вы герой нашего времени для нас, очевидно. Но нам, мне кажется, очень важно передать вот это вот ощущение молодым ребятам. Мы разрабатываем, вкладываем очень много в школьную платформу сейчас. Вот Николай Николаевич Кудрявцев посмотрел нашу школьную платформу и сказал: вы должны делать платформу для университетов, потому что это мне нужно вот как воздух просто. И под его воздействием мы стали инвестировать в университетскую платформу вместе с 5 университетами, с нашими партнерами. И вот сейчас я вчера как раз проводил обзор того, что делается. У нас 500 человек уже работает над созданием платформ. Инженерная платформа для школы 21 нашей, для подготовки вообще лучших инженеров по цифровым специальностям. Университетская платформа и школьная платформа. И без таких людей, как вы, это просто реализовать, я думаю, нам будет невозможно. И я хотел бы, с одной стороны, сказать вам большое спасибо за сегодняшнее утро, прекрасное пятничное утро, которое нам вы подарили. И, с другой стороны, обратиться к вам с просьбой, может быть, чтобы мы смогли продолжать контакт и продумать какие-то новые форматы, которые были бы интересны для вас, но и мы могли бы транслировать их ребятам. Я буду очень рад, если мои знания, навыки вам пригодятся, то есть если у вас будут какие-то идеи, особенно интересные инновационные идеи, я всегда буду рад поработать вместе с вами. Спасибо вам огромное, и я передам вам подарок, расстояние нас не разделит, мы хотим вам подарить. Вот мы только закончили большую конференцию, одну из самых больших в мире, AI Journey, и вот наши ребята написали такую книгу «На подступах к сверхразуму. Сильный искусственный интеллект». Это та тема, которая несколько лет назад считалась вообще неприличной в научных кругах. Но вот мы приняли решение о создании Института искусственного интеллекта Сбербанка, Сбера, и научный совет его и почетную должность президента согласился принять известный ученый Юрген Шмидхубер, человек, который открыл сети LSTM, которые есть сегодня в любом мобильном устройстве. Он такой один из самых цитируемых людей в мире в области искусственного интеллекта. И вот ребята замахнулись на такую тему, как общий или сильный искусственный интеллект. Ну, я с удовольствием прочитал книжку, она такая легкая, и я думаю, что, может быть, вы получите удовольствие тоже от этого. Ну, и мы издали такой альбом из 5 книжек «Брикс».
Может быть, это вам напомнит немножко о родине. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. С наступающим праздником вас. Спасибо большое, Константин Сергеевич Германовскович, за очень увлекательную беседу. Мне было очень интересно, я уверен, что и тем почти 4000 наших зрителей, которые сейчас нас смотрят, тоже было очень интересно. Поступило множество вопросов, на части как раз которых, наверное, стоило ответить. Германовскович отбирал самые, наверное, мудрые и интересные вопросы. Я, пожалуй, начну с самого веселого и интересного вопроса. Константин Сергеевич, какую музыку вы слушаете во время работы? У нас есть сервис, называется Сберзвук. Я тоже являюсь пользователем этого сервиса. Возможно, мы сделаем целый плейлист Нобелевского лауреата Кости Новоселова. Я уверяю, этот на Урале, в Нижнем Тагиле, это будет самый, наверное, популярный плейлист. Итак, какую музыку во время работы вы слушаете? Знаете, я если честно, во время работы я, как правило, не слушаю ничего. Но, в принципе, музыку я слушаю, и это и здесь от классики, ну, скажем так, может быть, не совсем классика, но там Майкл Найман, до инди-рока, танк, Филиппа Тариси. Давайте, в самом деле, сделаем, я вам пришлю список, и мы попробуем что-нибудь Мы сделаем плейлист Кости Новоселова. Это будет что-то, я уверен, самое интересное. Давайте все туда. Несколько еще очень интересных, на мой взгляд, вопросов. Вы уж извините меня, дорогие коллеги, я в конце концов их избираю, потому что их очень много. Константин, добрый день. На ваш взгляд, на чем должно сфокусироваться человечество? Первое. Освоение космоса. Второе. Создание нового айфона, развитие бытовых технологий. Честно, я не вижу здесь противоречия, но, конечно, интересно ваше мнение. Ну, знаете, вот чему нас учит история, что очень сложно предсказать развитие человечества и уж тем более на чем-то сфокусироваться. То есть, ну, кто бы знал, там, куда зайдет применение электричества 200 лет назад. Или кто бы знал, что мы сможем сделать с атомной энергией. То есть, вспомните историю Кюри, которые абсолютно не понимали, что это, с чем они имеют дело. Поэтому, если честно, фокусироваться здесь, наверное, стоит только на себе. То есть если бы я фокусировался на человеке самом, это то, о чем мы с Германом Оскаровичем сейчас беседовали, это понять, как же работает наш мозг. Я не уверен, что это в принципе возможно. Может быть, будут какие-то принципиальные проблема в том, чтобы система изучила саму себя, но вот если на чем фокусироваться, то на том, как понять себя, откуда приходят новые идеи, поскольку в любом случае, на чем бы вы ни сфокусировались, это будет очень смешно через там 5-10 лет. Это есть такая замечательная цитата и от Артур Кларк, который сказал, что ему больше всего нравится в предсказаниях, это то, что самые смелые предсказания через 5-10 лет выглядят как безумно консервативными. Поэтому на чем бы вы ни сфокусировались, наш мозг нас все равно победит, и будущее будет гораздо более интересное, чем мы его можем представить. Спасибо большое. Мы находимся в Сбер, но все-таки мы когда-то были Сбербанк.
банки всегда есть банкиры и инвесторы. Этого вопроса избежать невозможно, поэтому я его задам. В какие компании, связанные с новыми материалами, стоит инвестировать уже сейчас? Ну, если комфортнее, конечно, я задам по-другому. А куда сейчас вообще стоит инвестировать, связанное с той областью, о которой вы говорили? Ну, то есть, если честно, это меня немножко пугает даже не сам вопрос, а в принципе состояние, состояние инвестиций, которые сейчас существуют, и я не понимаю, что с этим делать. То есть мне просто немножко обидно за, там, за 50-70 лет развития электроники и развития материалов, поскольку в эту область сейчас вкладывается все меньше и меньше. Люди вкладывают как раз в AI и в финтех, то есть в диптех вкладывается все меньше. Мне кажется, что я абсолютно никого, разумеется, не буду агитировать, вкладывать деньги в диптех, поскольку, ну, деньги надо вкладывать туда, где они приносят прибыль. Тут с этим не поспоришь. Я думаю, что законы экономики, они должны работать. Но я боюсь, что это в какой-то момент приведет к перекосу, когда у нас огромное количество дата-центров будут работать неэффективно ни по энергии, ни по скорости. То есть обе части нужно развивать параллельно. Поэтому, то есть, разумеется, сейчас очень интересные работы идут в AI, и я думаю, что это только начало. Я думаю, что туда вкладывать деньги все еще можно и нужно. Как убедить людей не забывать про Deep Tech, я, если честно, не знаю. Но хотелось бы. Так. Сейчас, секундочку, я ищу вот один вопрос, который был очень-очень важен и интересен. Да, но есть, наверное, самый важный вопрос. Мне кажется, он был задан позавчера. В Москве, наконец-то, выпало много снега. По-моему, это не совсем актуально сегодня, но, допустим, снег появится наконец у нас. Легко заметить схожесть снежинок со спорами или, например, с бактериями, одноклеточными водорослями. А разница в деталях. Двух одинаковых снежинок не бывает, а одноклеточные существа практически идентичны. Процесс кристаллизации можно сравнить с воспроизведением организма, получением новых материалов с генетическим отбором или селекцией. И в этом смысле появление новых материалов, способных подстраиваться под условия внешней среды, напоминает искусственную, ускоренную эволюцию неживой формы жизни. Пока человек экспериментирует с получением удобных и нужных для него материалов, возможно, в будущем использование искусственного интеллекта позволит расширить границы экспериментов и получить по-настоящему живую материю. Как вы оцениваете реалистичность получения живой материи из неживых материалов? Если бы такое было бы возможно, как бы это изменило наше будущее? Мне кажется, это великолепный вопрос. Ну, то есть, я даже не знаю, что на него ответить, это просто вы сейчас пересказали последнюю часть моего доклада, причем очень часто ровно теми словами, которые у меня были написаны на слайдах. То есть, одна из задач, которую мы сейчас себе ставим, один из вопросов, это насколько близко мы можем подойти к созданию живых или, по крайней мере, похожих на живых материалов, начиная с неорганических компонентов. Вот это ровно то, чем мы сейчас занимаемся. Ответ, что ну, это всегда хороший вопрос, что такое живые, что такое неживые. Мы пока для себя, мы вопрос воспроизведения себе подобных, вопрос репродукции мы отложили в долгий ящик, давайте это не трогать, а давайте сделаем нечто, что может развиваться и принимать решения. И это, я думаю, что это вполне реально
осуществимо? У нас какие-то и практические разработки есть в этом направлении. И я думаю, что мы понимаем, на каких принципах это должно основываться. Ну, пример с кристаллизацией, он, в принципе, хороший. Мы, там, причем у меня даже на слайдах были такие примеры. Но я думаю, что мы уже идем дальше, понимаем это глубже. То есть ответ «да», это, скорее всего, возможно. Как быстро мы к этому придем, мне сложно сказать. Спасибо большое. И сразу же следующий за этим вопрос, который неизбежно логически вытекает из этого вопроса. Какие ограничения морального плана существуют сегодня в экспериментах по синтезу биологической формы с неживой материи? Ну, значит, я, слава богу, не биолог, а, может быть, к сожалению, не биолог, и поэтому мне не сложно сказать. Они, разумеется, есть такие ограничения. Давайте я скажу более общее. Этот вопрос, он возникает не только в биологии, он и в физике может возникнуть, насколько морально создавать атомную бомбу или это не морально. То есть можно, там, можно ли создавать яды или нельзя. То есть их много очень таких вопросов. Я думаю, что у меня это сложный вопрос. Я думаю, что мы не придем сегодня к ответу. По моему мнению, тяга к знаниям и, в принципе, необходимость знать больше, это заложено в нас на уровне физиологии. И с этим не поспорить. То есть людям нужно дать поесть, дать попить, секс, и вот дать людям возможность узнавать что-то новое. Это без этого мы, в принципе, не работаем. Поэтому я думаю, что не должно быть препятствий к получению новых знаний. И это, в принципе, невозможно. У вас никогда не получится запретить новое знание в отдельной стране. Это приведет к катастрофическим последствиям. Другое дело – это применение этих знаний для чего бы то ни было, и здесь необходимо какие-то ограничения. И, если честно, чем больше мы будем знать, тем проще нам будет понимать, как такие ограничения ввести, где они необходимы, где они не необходимы. Поэтому научные эксперименты, я считаю, что производить нужно без ограничений, а вот пользоваться результатами здесь уже придется думать. Спасибо большое. Наверное, последний на сегодня вопрос, но он для нас тоже очень важен. На основании вашего опыта, Константин Сергеевич, как работа в научных коллективах, окружение, наставники помогают, мешают развивать, продвигать собственные научные идеи, трансформируют их, меняют направление научного поиска? Ну, в принципе, наука – такой очень, очень странный бизнес, который, казалось бы, очень индивидуален. Все научные явления, все научные открытия, они созданы каким-то конкретным человеком, как правило. При этом абсолютно невозможно, чтобы они были сделаны, крайне, крайне редко такое случается, чтобы такие открытия были сделаны людьми вне зависимости от окружения. То есть ваше окружение, оно создает некий фон, некое
давление, и на фоне этого давления вы пытаетесь прикладывать еще свои усилия, чтобы прорвать какую-то мембрану, сделать прорыв. Но вот без этого фона, без этого давления вам все равно не справиться. Поэтому окружение очень-очень важно. Окружение очень важно, окружение вам помогает, а дальше, насколько вы сможете независимо и действовать и поставить под сомнение какие-то догмы, это уже ваш личный опыт. Но чтобы что-то поставить под сомнение, нужно, чтобы такие догмы существовали. Даже для их сознания, даже для их создания необходимы коллективы, необходим какой-то бэкграунд. Поэтому, то есть это, опять же, не очень непростое взаимодействие между отдельным ученым и сообществом ученых, но то, что такое взаимодействие необходимо, это я думаю, что это однозначно. Спасибо большое. Но это вопрос парадигмальности, потому что 200 лет назад люди не то что не знали о существовании графена, они даже не подозревали о том, что такие материалы могут существовать. И это, вот, собственно говоря, то, о чем вы сейчас сказали. Чтобы подвергнуть что-то сомнению, нужно сначала понять, над чем мы сомневаемся. Я не могу не задать, на самом деле, последний уже на сегодня вопрос. Скажите, пожалуйста, а может ли искусственный интеллект получить Нобелевскую премию? Смотрите, я, во-первых, стараюсь это не употреблять, то есть это слово на букву «Н», то есть, ну, было когда-то, получили, забыли и все. Ну, то есть вопрос на самом деле, может ли искусственный интеллект совершать открытие, или может ли он создавать шедевры в искусстве. Опять же, непростой вопрос. Я, наверное, скажу свое личное мнение. Мне кажется, что пока нет. По крайней мере, пока мы не встроим какую-то возможность квантового скачка, поскольку любое открытие, любой шедевр – это некий квантовый скачок, который вас переносит не адиабатическим, не плавным образом в новое состояние. Каким образом это происходит у нас в мозгу, мы не понимаем, но я не вижу таких не адиабатических процессов в искусственном интеллекте на данный момент. То есть я бы очень бы сильно надеялся, что нет. Большое спасибо. И последнее, что бы вы хотели пожелать всем 300 тысяч сотрудников Сбер, которые сейчас смотрят нас, будут нас смотреть позже. Все-таки Новый год, ваше новогоднее пожелание нашему коллективу. Ну, пользуясь тем, что Герман Оскарович уже отключился, я, наверное, скажу, что у вас очень интересная работа, очень интересное занятие. Пожалуйста, пытайтесь и дальше развивать себя, делайте, чтобы эта работа была еще более интересной, и создавайте еще больше инновационных компаний в России. Спасибо большое. Мы провели невероятно интересные полтора часа этим утром пятницы в предновогоднее время. Всем огромное спасибо. Я думаю, что нужно поблагодарить Константина Сергеевича за замечательную лекцию, поблагодарить весь коллектив, который организовал это, потому что много людей в этом участвовало. Спасибо большое. И, как сказал Герман Оскарович, мы обязательно будем продолжать наше сотрудничество. Огромное спасибо. Всех с Новым годом. Константин, огромное спасибо. Да. Было очень спасибо. Приятно. Спасибо большое. Всем пока.